Привет, друзья! Толстянка или денежное дерево – растение, которое есть дома практически у каждого. Одних она привлекает своим внешним видом, другие верят в то, что она способна привлечь деньги в дом. Но не все знают, что толстянку можно также выращивать и с пользой для здоровья. Ее целебные качества помогут избавиться от множества недугов, ведь она обладает противовоспалительными, противовирусными и бактерицидными свойствами. Способы лечения толстянкой. На 85% у тебя в доме растет это целебное растение. Научись его использовать правильно. Ожоги, ушибы, растяжения, раны, порезы, нарывы. Сделай из листьев толстянки кашицу. Приложи ее к поврежденному участку кожи и закрепи бинтом. Меняй повязку по мере высыхания кашицы, через 2-3 часа. Артрит, артроз. Из 10-15 листочков толстянки выжми сок и смазывай им суставы перед сном. Ангина, тонзиллит. Выжми сок из 10 листочков и разведи его в 200 мл воды. Полощи горло 3-5 раз в день. Герпес на губах. Выжми сок из нескольких листиков толстянки и смазывай пораженное место каждые 30 минут. Либо пропитай в соке вату, приложи ее к пораженному месту и зафиксируй пластырем. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Съешь натощак 2 листика толстянки, тщательно переживав их. Пиелонефрит, цистит. Измельчи 5 листочков толстянки и залей их 200 мл горячей воды. Настаивай 1 час, а после процеди. Принимай лекарства по 1 столовой ложке за 15 минут до еды 3 раза в день. Геморрои. Приложи разрезанный лист, помогает сразу. Внимание! Будь осторожен, ведь в толстянке содержится мышьяк в высокой концентрации. А это значит, что не стоит злоупотреблять внутренним приемом толстянки. Передозировка может грозить рвотой, диареей и нарушением сознания. Будьте здоровы!